this is Music to be Murdered by. Кинокомпания Paramount представляет. Фильм Альфреда Хичкока. Музыка Бернарда Хермана. Режиссер Альфред Хичкок. Расчетное время 15:00. Ты тех интернет не спрашивают, когда входишь. Алло? Алло? Мы не знаем, где мы сейчас. Алло? Алло? Да, мистер Лоуренс? Кэрол, районный диспетчер, позвони мне сразу, когда придет. И позвони ее сестре, дочь по телефону. Ее сестра. Минуточку. Я видел вашу сестру чуть позже за рулем. И побыстрее. Так, Кэссиди, я говорю вам, это наличные. Я не беру ответственности. Девушка работает. Алло? Алло? Добрый вечер, Ольга. Да, алло? Ну как же, неужели вы не узнаете своего старого знакомого? Нет, не узнаю. Алло, кто это? Вы обязательно меня узнаете. Вы сейчас пришли домой с работы, в свою грязную квартирку, и вы включаете фильм «Альфреда Хичкока», чтобы хоть как-то отвлечься от своих рутинных мыслей. Но я рядом, и я смотрю на вас. Что за глупости? Алло? Алло? Мне говорили, что очень невежливо бросать трубку, когда с тобой разговаривают. Кто это? Что вам надо? А ты не понимаешь, о чем я говорю. Я говорю о том, что мне было бы очень-очень интересно узнать, как ты хочешь умереть. Что? Да ну, может быть, мне начать тоже мутика. Тебе не скучно. Thank you.
больше, чем хобби. Чтобы они поверили, что это я убила. Они уберут его сейчас, как я должна была в свое время. Он всегда был плохим и даже хотел сказать им, что я убила этих девиц и мужчину. Как будто я способна на что-либо, кроме как сидеть и смотреть, как одно из его чучел. Они, наверное, наблюдают за мной. Пускай. Пусть они видят, что я за личность. И скажут, как же она не обидела бы муху. Конец фильма. Алло. Добрый вечер, Ольга.